Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка. Меня зовут Маша, и сегодня я слеплю по вашим многочисленным просьбам прототипа Glamrock Freddy, а также Кейси из игры FNAF Руины. Огромное спасибо вам за лайки и комментарии. Приятного просмотра! Смотри видео до конца, ведь в нем будет задание, выполнив которое ты сможешь получить привет в моем новом ролике. Первым делом я слеплю прототипа Glamrock Freddy, ну а пока расскажу об игре. FNAF Руины — это дополнение к игре Five Nights at Freddy's Security Breach. Грегори снова оказался заперт в уже заброшенном пиццаплексе, и ему нужна ваша помощь. Его лучшая подруга Кейси отправилась в темные и жуткие места пиццерии. С помощью фаст-ключа Рокси Рации и загадочной маски кролика вам предстоит помочь Кейси спасти друга и сбежать развалин. Ребята, если вы тоже любите лепить из пластилина и хотите поделиться своими работами, то сделать это вы можете в нашей группе ВКонтакте, а также в чате Телеграм-канала. Лучшие фоторабот мы показываем в конце каждого ролика. Все ссылки вы можете найти в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Прототип Glamrock Freddy – это аниматроник-антагонист из игры FNAF Руины. Фредди выглядит очень разбито. У него отсутствует голова, а на ее месте виднеются оторванные провода. Вместо живота у Фредди огромная дыра. Оставшиеся куски обшивки формируют острые шипы, напоминающие зубы. Внутри дыры зеленый подарок с фиолетовой лентой. В игре можно увидеть, как вместо рта Фредди использует нагрудный отсек, что очень сильно напоминает кошмарного Фреддера. Ребята, если вы хотите, чтобы мы слепили других аниматроников из игры FNAF Руины, ставьте лайк, а также не забывайте подписываться на канал. А если ты хочешь получить привет в моем новом видео, то тогда напиши в комментариях своего любимого аниматроника из игры FNAF Руины. И обязательно опиши, чем же тебе нравится этот персонаж. Самым длинным и интересным комментарием я передам привет. Прототип Glamrock Freddy можно обнаружить после прохождения миссии в Фазер Бласте. Отключив узел безопасности, Кейси прямиком попадает к Фредди. Прототип будет лежать под завалами в куче мусора. Убежав от прототипа, он еще раз ее догонит. Кейси следует быстро отключить глушитель и надеть маску Вани. Почитав комментарии под моим прошлым роликом, где я лепила Чебурашку, кстати, ребята, если вы пропустили этот ролик, то советую его посмотреть, он очень интересный. Я под этим видосом увидела очень много прикольных и креативных историй про Чебурашек, но сегодня я передам привет самым залайканным и большим комментариям. В этом видео приветы получают CG KiraPlay50K, Евгений Рожков, Лепка Шортс, PaulKite1T, Зали Асмаева, Санек Ют, Супер Хаги, а также Слава ТВ. Ребята, молодцы! Вы справились с заданием. Большой вам привет!
Ребята, если вы знаете, почему аниматроник Фредди стал злым, обязательно пишите в комментариях. Ведь мне припоминается, что в игре FNAF 9 Фредди наоборот помогал главному персонажу Грегори, а сейчас все наоборот. Обязательно пишите свои догадки в комментариях. Вот такого прототипа Glamrock Freddy мы с вами слепили. Давайте теперь слепим Кейси. Кейси – это молодая девушка с веснушками, янтарными глазами и короткими каштанными волосами, заплетенными в косички. На ней надет красный свитер на пуговицах с белыми цветами внизу и синие-белые шорты. Ее обувь представляет собой пару светящихся кроссовок в стиле Рокси с красными и фиолетовыми лампочками по бокам. На ее левом запястье мы с вами можем увидеть яркий и красивый браслет. О прошлом Кейси мало известно, но я знаю, что она является дочерью неназванного сотрудника Мега Пиццаплекса Фредди Фазбера, который работал техником, а матери девочки ничего не известно. Однажды Кейси отмечала свой день рождения в Glamrock салоне со своим любимым аниматроником Рокси. Однако на день рождения Кейси никто не пришел, кроме Грегори. Вероятно, это стало началом дружбы между Кейси, а также Грегори. Маска Вани – это один из главных элементов игры FNAF Руины.
При ее надевании исчезают некоторые объекты, и нельзя пользоваться интеркомом, и появляются другие объекты. Мы можем использовать узлы безопасности, и становятся доступны другие интеркомы. В некоторых надо искать предметы. Вот такая Кэсси из игры FNAF Руины у меня получилась. Огромное спасибо, что досмотрел ролик до конца. Если тебе понравилось, не забудь поставить лайк, а также будет очень круто, если ты поделишься этим роликом со своими друзьями. Я желаю тебе хорошего настроения и творческих успехов. До встречи в новых видео!